Коллектив научно-производственного объединения автоматики и приборостроения создает систему управления ракетных и космических комплексов с 1947 года. Тридцать шесть лет объединением руководил дважды герой социалистического труда, лауреат Ленинской государственной премии, академик Николай Алексеевич Пилюгин, один из шести главных конструкторов первого легендарного совета главных. Под его руководством в нашей стране созданы системы управления первых баллистических ракет. Николай Алексеевич создал свою творческую школу и воспитал плеяду талантливых инженеров и конструкторов. Напряженный труд первых послевоенных лет позволил уже в середине 50-х совершить прорыв в космос. Космическая эра началась с создания в организации Сергея Павловича Королева ракеты-носителя Р-7, которая вывела на околоземные орбиты первые спутники и первого космонавта. Самая заслуженная ракета «Семерка» за 35 лет своего существования оснащалась различными типами разгонных блоков и имела свыше 25 вариантов систем управления. Жизнь ракеты Р-7 – это вся история отечественной пилотируемой космонавтики, лунники и более 2000 спутников-автоматов. Более 70 различных систем управления, включая системы для всех ракет-носителей, космических объектов и автоматических аппаратов дальнего космоса, итог 40-летней работы объединения. Ракеты имеют разные судьбы. Драматичная история лунной программы, последние мечты Королева. Множество принципиально новых решений, заложенных в систему управления комплекса N1L3, хотя и погибли вместе с ракетой, но послужили толчком для последующих разработок. В 1974 году в НПО «Энергия» начались работы над новой концепцией развития космонавтики в СССР. Из ряда альтернативных вариантов была выбрана универсальная ракетно-космическая транспортная система «Энергия Буран». Объединение автоматики и приборостроения было определено главным разработчиком системы управления «Бурана». В 1982 году коллектив объединения возглавил ученик и соратник Николая Алексеевича, герой социалистического труда, лауреат Ленинской и государственной премии, профессор Владимир Лаврентьевич Лопыгин. Под его руководством выполнены работы по созданию системы управления «Бурана», самой сложной из отечественных систем. Помимо традиционных задач по управлению движением, необходимо было осуществить автоматическую посадку на аэродромную полосу шириной всего 84 метра. У «Бурана» далеко не лучшие аэродинамические характеристики. Не имея двигателей, он не может зайти на второй круг. Если учесть, что в авиации автоматическая посадка представлена отдельными эпизодами, то сложность задачи очевидна. Первые посадки американских кораблей Space Shuttle совершались в ручном режиме с посадкой на дно высохшего соляного озера без жестких ограничений по точности приземления.
Для решения задачи автоматической посадки к разработке были привлечены ведущие проектно-конструкторские организации авиационного приборостроения. Уникальность «Бурана» как объекта управления – сочетание свойств космического корабля и самолета. Его система управления функционирует в различных быстро меняющихся условиях – от космических до земных. Главной задачей системы управления на всех участках полета является угловая стабилизация, навигация и ориентация. При выведении от гироплатформы энергии происходит аналитическое прицеливание платформы «Бурана», что позволило обойтись одной системой оптического прицеливания ракеты-носителя. При длительном орбитальном полете периодически производятся коррекции гироплатформы по звездно-солнечным приборам. Коррекция гироплатформы может быть проведена по радиоустомеру над морем или по измерениям инфракрасного построителя местной вертикали. Одной из самых сложных операций на орбите является активная стыковка с другими космическими объектами. Для этих целей используется радиотехническая и оптическая лазерная система взаимных измерений, разработанные в НПО точного приборостроения. На участке ближнего сближения с комплексом «Мир» «Буран» совершает сложные перемещения. Этот режим может выполнить и космонавт с помощью визира-дальномера. Наиболее характерным для «Бурана» является спуск от 100 километров, условной границы атмосферы, до 20 километров. На этом участке протяженностью свыше 8 тысяч километров скорость корабля изменяется от первой космической 8 тысяч метров в секунду до самолетной 500 метров в секунду, а плотность атмосферы увеличивается более чем на 6 порядков. Впервые в отечественной практике в таких широких диапазонах работают универсальные алгоритмы управления движением, обеспечивая заданные ограничения. Посадка осуществляется системой управления в автоматическом режиме и может выполняться экипажем по показаниям бортовых дисплеев. Аппаратура системы управления разделена на 75 функциональных трактов. Каждый тракт объединяет приборы, решающие определенную задачу. Основным методом обеспечения надежности и безопасности является резервирование. Бортовая аппаратура должна обеспечивать выполнение любой задачи при двух отказах в каждом функциональном тракте. Существует три группы трактов. Наиболее многочисленна группа трактов движения и навигации. Для наиболее сложных и ответственных участков полета, связанных с динамикой корабля, применяется функциональное резервирование, когда одна и та же задача решается приборами, основанными на разных физических принципах. Например, три канала звездно-солнечного прибора резервированы двумя каналами орбитального радиоустомера вертикали. Кроме того, космонавт может ориентироваться по звездам с помощью навигационно-измерительной визуальной системы. Предусмотрено использование глобальной навигационной системы «Ураган». Во вторую группу входят тракты управления 52 бортовыми системами. Эта аппаратура обеспечивает выдачу около 5000 команд и прием 2000 информационных сигналов. К основным трактам общего пользования относятся вычислительные системы – центральная и периферийная. Каждая имеет 4 грани резервирования и общие для них 3 магнитофона. Как правило, уровень резервирования –
превышает число резервных элементов в сопрягаемых системах. Основная масса электронных приборов размещается в бытовом и командном отсеках корабля. Резервирование аппаратуры привело к увеличению массы и энергоемкости. Такова цена высокой надежности и безопасности. Комплекс программного обеспечения «Бурана» уникален. В нем соединились все типовые задачи космических и авиационных систем. Его логическая сложность не имеет аналогов. Алгоритмы, реализованные в бортовых программах, построены по иерархическому принципу. Структура алгоритмического обеспечения начинается с нижнего уровня иерархии функциональных трактов. Алгоритм тракта разбивается на отдельные законченные операции. Включение тракта, приведение аппаратуры в исходное положение, самопроверка, масштабирование и отключение. Для каждой операции создан законченный алгоритм, который после его программной реализации отрабатывается со штатными бортовыми приборами. Для каждого этапа полета «Бурана» сформирован конкретный режим управления. Алгоритм режима обеспечивает взаимодействие с блоком стандартных операций и алгоритмами трактов. Алгоритмы режимов взаимодействуют с алгоритмом директивной логики верхнего уровня математического обеспечения. Логика верхнего уровня состоит из типовых полетных операций, которые объединяют и дирижируют режимами управления разных бортовых систем как при нормальном функционировании, так и в аварийных ситуациях. На самом верхнем логическом уровне находятся алгоритмы, содержащие планы полета «Бурана», которые меняются от пуска к пуску и могут корректироваться в ходе орбитального полета центром управления или экипажем. Такая пирамида алгоритмов позволяет вести разработку и отработку математического обеспечения широким кругом разработчиков и программистов, обеспечивает простоту внесения изменений и дополнений. Для первого полета «Бурана» было разработано 14 режимов системы управления. Для второго полета добавляется еще 18 режимов. Состав и содержание режимов определяют суточные программы полетов, методику и объем имитационного матобеспечения, а также существенно влияет на объем штатных комплексных испытаний. От математического обеспечения требуется полная безошибочность. Ошибка бортовой математики, приводящая к перерыву в управлении движением на время более одной секунды, влечет на динамических участках полета потери управляемости и катастрофу. Основы безошибочности – достоверные, однозначно понимаемые алгоритмы. Их качество гарантируется верификацией, выполняемой независимыми экспертами. Алгоритмы и реализующие их программы подвергаются многократной отработке и контролю на различных моделирующих и комплексных стендах. За долгие годы в объединении создана надежная технология программирования бортовых ЭВМ, включая операционную систему нового поколения, которой были приданы черты, характерные для универсальных компьютеров. Операционная система БЦВМ должна обеспечивать очередность запуска прикладных программ в соответствии с их приоритетами, прерывать задачу запоминанием ее текущего состояния, анализировать правильность исполнения программ и распознавать ошибки.
До Бурана программисты получали исходные данные по бортовым системам и перерабатывали их в общем котле с программами управления движением. На Буране программы управления движением возросли в несколько раз. Но настоящий качественный скачок произошел с программами контроля и управления бортовых систем. Одновременно усложнилась их логика. В результате создание программного обеспечения бортовых систем превратилось в разработку целого программного комплекса. При выработке общих принципов построения математики для комплекса «Буран» выяснилось, что традиционные методы не обеспечивают высокой надежности математики, поэтому была разработана специальная технология, которая позволила привлечь широкий круг разработчиков бортовых систем для разработки контроля и управления «Бураном». Для привлечения к созданию программ широкого круга разработчиков впервые в отечественных системах управления были использованы языки высокого уровня. Система «Пролог» позволила привлечь к созданию бортового программного обеспечения широкий круг инженеров. Они получили возможность самостоятельно на инструментальных ЭВМ отрабатывать свои алгоритмы управления. Иначе бы создать в требуемые сроки столь сложное и объемное программное обеспечение было бы просто невозможно. Кроме того, использование языка высокого уровня существенно повысило алгоритмическую культуру разработчиков. Люди научились мыслить программистскими категориями. На объединение легла задача первой отечественной кооперации по созданию бортового программного комплекса и оснащению смежников необходимыми методиками. Принципы, заложенные и реализованные в системе управления «Бурана», продолжают оказывать заметное влияние на многие, в том числе конверсионные разработки. Проектирование системы управления «Бурана» началось одновременно с выбором основных принципов и путей ее создания. В этой работе принимали участие до 2000 специалистов разного профиля. Ученые, конструкторы, инженеры и технологи создали системы и аппаратуру, не имевших на момент разработки аналогов в отечественной технике. Возможности и тактико-технические характеристики «Бурана» определяются точностью информации от измерительных трактов. Система управления использует данные о 136 физических параметрах. Число информационных каналов с учетом резервирования достигает 380. Ядром измерительных систем является комплекс командных приборов, главный элемент которого – гиростабилизированная платформа. Впервые в отечественной космонавтике трехосная гиростабилизированная платформа была оснащена дополнительной карданной рамой, управляемой бортовым вычислительным комплексом. Дополнительная рама позволяет определить угловые положения и скорости корабля в инерциальной системе координат при любых эволюциях в пространстве. Для гироплатформы был создан комплекс малогабаритных высокоточных приборов. Специальные электронные приборы, поддерживающие заданную температуру с точностью в 0,2 градуса, создают элементам платформы комфортные и стабильные тепловые условия.
В конструкции платформы применен поплавковый двухстепенный интегрирующий гироскоп, имеющий высокую стабильность уходов в течение всего полета. Для геометрической стабильности, жесткости, уменьшения массы конструкции используется бериллий. Особое внимание уделялось характеристикам прецизионной электромеханики. Так, для аттестации датчиков угла разработан автоматизированный комплекс с уникальными характеристиками погрешности измерений. Другой основной измерительный элемент платформы – акселерометр. Отработка и испытания акселерометров проводятся на прецизионной центрифуге, воспроизводящей полетные перегрузки. Акселерометра и его точность оценивает ЭВМ. Сборка высокоточных командных приборов проводится в особых технологических условиях. При испытании гироплатформы с высокой точностью измеряется и регистрируется несколько десятков параметров. Все данные измерений заносятся в формуляр, а наиболее важные учитываются в полетном задании. Наряду с инерциальной информацией платформы, система управления использует данные датчиков угловых скоростей. ДУСы установлены по всем осям корабля в двух сечениях. Датчик угловых скоростей имеет два диапазона измерений. Первый диапазон от 0,001 до 0,1 градуса в секунду, второй от 0,1 до 20 градусов в секунду. В датчик встроен диагностический механизм для наземных испытаний и проверок в полете. Коррекцию показаний гироплатформы при длительном полете осуществляют звездно-солнечные приборы, созданные в научно-производственном объединении «Геофизика». Информация от звездно-солнечного прибора поступает в спецвычислитель. Оттуда она передается в бортовой вычислительный комплекс, хранящий каталог звездного неба и ведущий общее управление режимом астрокоррекции. Счетно-решающие, преобразующие приборы и командно-дискретные устройства вместе с другими приборами НПО «Геофизика» образуют 5 функциональных трактов, которые в автоматических режимах измеряют угловое, вертикальное положение Бурана и его местонахождение на орбите. Впервые для точного измерения вектора ускорения при пассивном полете создан прецизионный орбитальный датчик вектора ускорения. Прибор обеспечивает измерение по трем осям с точностью более 1/1 доли земного ускорения. После схода с орбиты и длительного спуска инерциальная навигационная система накапливает ошибку в определении вектора текущего состояния.
Необходимую коррекцию обеспечивают посадочные радиосистемы, имеющие привязку к аэродромным маякам. С расстояния 400 километров до посадочной полосы начинает работать аппаратура радиодальномера. С высоты 20 километров поступает информация от радиовысотомера больших высот. С приближением к аэродрому измерения проводятся по посадочному дальномеру. В зоне глиссадного участка спуска начинает действовать радиомаячная аппаратура, которая взаимодействует с азимутальным и угломестным модулями. С высоты 1 километр работает радиовысотомер малых высот. В составе посадочных систем работает аппаратура, измеряющая параметры движения относительно набегающего воздушного потока, система воздушно-скоростных параметров. Посадочные системы измеряют 36 параметров, по которым на порядок корректируется ошибка в определении вектора текущего состояния. Цифровой вычислительный комплекс – это мозг, решающий все задачи по управлению бураном. На всех этапах синхронно работают 8 ЭВМ, вычислительная мощность которых не имеет аналогов среди отечественных космических аппаратов. Основные задачи управления движением решает центральные вычислительные системы. Периферийная обслуживает важнейшие бортовые системы. Такое распределение задач способствует структурной надежности, в том числе программного обеспечения. Все 8 бортовых ЭВМ синхронизируются аппаратно, получая тактирующие импульсы от единого источника. Тактирующие импульсы можно сравнить с разделением на такты музыкальной партитуры, и в том и в другом случае задается единый ритм. Надежность программно-временного устройства гарантирована его пятикратной избыточностью. Базовый сигнал выбирается по мажоритарной логике 3 из 5. Каждый цикл программно-временное устройство прерывает работу процессоров, возвращая управление по одному и тому же начальному адресу. В бортовом цифровом вычислительном комплексе «Бурана» применен радиальный интерфейс. Сигналы по каналу ввода-вывода поступают к абонентам по индивидуальным конструктивно-независимым линиям связи, что гарантирует высокую надежность и помехозащищенность. Не уступает по производительности универсальным компьютерам. Вычислительные ресурсы существенно расширены за счет накопителя на магнитной ленте. Бортовой магнитофон размещен вместе с блоком оперативной памяти на 32 тысячи слов и электронными блоками управления. На специальном рабочем месте проводится запись полной версии полетного матобеспечения, включая алгоритмы управления всеми бортовыми системами. Эти системы управляются 5 функциональными трактами. Примером наиболее простого является тракт выдачи команд и приема сигналов с использованием 32-разрядного преобразователя. Системы, требующие большого количества команд, управляются через дополнительный дешифратор, уменьшающий число связей в 32 раза. На «Буране» используются 244 пироэлемента различных типов и 10 электроприводов. Схемы их включения тщательно отрабатываются.
наибольшую сложность в управлении представляет объединенная двигательная установка. В ее составе 220 электропневмоклапанов, 72 сигнализатора давления. Время действия аварийной логики не должно превышать 10 миллисекунд. На всех участках работы маршевых двигателей управление осуществляется изменением вектора тяги основных двигателей. Для создания управляющих моментов вокруг осей X, Y, Z в прецизионных и длительных режимах стабилизации используется 8 двигателей ориентации с тягой 20 кг и 38 управляющих двигателей с тягой по 400 кг. На аэродинамических участках полета, начиная со скорости равной 5 числам Маха, управление движением и стабилизация производится отклонением элевонов, рулем направления, работающим также в режиме торможения, и балансировочным щитком. Всего в управлении движением «Бурана» используется 61 исполнительный орган, для которых создано с учетом резервирования 190 каналов управления. Распределяют электропитание 9 силовых контейнеров, которые обеспечивают двухполярную коммутацию 280 фидеров общей мощностью до 30 кВт. Силовой логический коммутатор был разработан в середине 70-х годов в объединении автоматики приборостроения и не имеет аналогов в мировой практике. Один коммутатор массой 2,5 кг формирует 31 фидер и коммутирует токи от 20 мА до 50 А. Конструкция контакта обеспечивает смену места контактирования и низкое переходное сопротивление. При разработке и конструировании приборов широко использовались методы унификации. Удалось добиться коэффициента применяемости 0,57 и повторяемости более 10. Унификация проводилась на всех уровнях разработки, начиная от печатных плат, блоков и контейнеров. Прибор собирается из базовых блоков, объединенных через классировочную плату. Контейнеры собираются из приборов, объединенных по функциональному признаку с учетом их оптимального размещения и объединяются внутриконтейнерными кабелями. Во всех режимах, в том числе при разгерметизации корабля, обеспечиваются тепловые режимы приборов. Элементы схем установлены на платах с помощью теплопроводной мастики, а наиболее теплонагруженные – на теплопроводные листы. Тепло передается на теплоотвод прибора и далее на раму контейнера, плотно прилегающую к холодному трубопроводу. При температуре хлад-агента до 40 градусов обеспечивается нормальный режим. При монтаже контейнеров возникает необходимый контакт охлаждающих поверхностей контейнера и системы термостатирования. Функциональное назначение прибора определяет место его установки. Это в первую очередь относится к инерциальным, оптическим и радиотехническим средствам. При любых деформациях корпуса стабильность положения оси чувствительных элементов не хуже 40 угловых секунд. Взаимная точность установки гироплатформ и корректирующих датчиков – 1 угловая минута. Для повышения помехозащищенности и уменьшения длины кабелей место установки контейнеров выбирается вблизи обслуживаемых ими приборов и систем. Контейнеры с приборами автоматики, двигательной установки и аэродинамических поверхностей размещены в специальном герметичном приборном отсеке в хвостовой части фюзеляжа. Около 1000 кабелей «Бурана»
разделены на 22 комплекта с учетом технологии сборки корабля. Бортовая кабельная сеть составляет 53% общей массы системы управления. Проектирование и технологии производства бортовой кабельной сети направлены на минимизацию габаритно-массовых характеристик и повышение надежности. Широкая номенклатура разъемов и проводов позволяет создавать кабели любой конфигурации. Отработанная технология обеспечивает безотказную работу кабельных сетей космических систем. Объединение автоматики и приборов разработало и изготовило большую часть приборов системы управления – 75 единиц, в том числе 50 контейнеров, в которых размещается 1117 приборов 104 различных типов. Но отдельные приборы превращаются в единую систему, когда они, как отдельные инструменты в оркестре, играя по-своему одну мелодию, подчиняются общей партитуре. Для системы управления такой партитурой является единый режим работы, алгоритм которого реализует программное обеспечение. Подготовка «Бурана» завершается после доставки его на космодром. Но прежде чем уйти со старта, корабль проходит всестороннюю проверку на Земле, которая невозможна без аппаратно-программного испытательного комплекса. Перед монтажом бортовые приборы проверяются в лаборатории входного контроля. Подобной аппаратурой оснащены 23 рабочих места. Здесь проходят автономные проверки в объеме заводских приемо-сдаточных испытаний приборы 30 основных типов. Комплекс наземной и бортовой аппаратуры позволяет оптимально распределить задачи по подготовке к старту. Связь наземной и бортовой аппаратуры решена путем создания системы уплотнения технологической информации. Традиционный подход резко увеличивал массу бортовой кабельной сети. Приближение коммутатора и измерителя к объекту контроля сократило информационные связи. Данные для использования аппаратуры уплотнения готовятся с помощью специализированной автоматизированной системы. После сборки корабль преодолевает 5 испытательных рубежей. Основной объем испытаний всех бортовых систем проводится на контрольно-испытательной станции. Существует 3 вида проверок. Защитные операции, проверочные включения и комплексные испытания. Защитные операции проводятся без подачи электропитания в схему «Бурана». Проверяются наличие нужных и отсутствие ложных электрических цепей. Измеряется сопротивление изоляции во всех бортовых системах. Проверочное включение начинается с испытания вычислительного комплекса. Затем проверяются все другие тракты. Комплексные испытания – это проверка взаимодействия всех бортовых систем со штатным программным обеспечением, включая основные нештатные ситуации. Для этих проверок используются полетные режимы. Испытания радиотрактов проводятся в безэховой камере. Передатчики и приемники работают через антенны. Каналы связи образуются с помощью имитационных радиосредств.
На площадке огневых комплексных испытаний проверяются объединенная двигательная установка, вспомогательная силовая установка, реактивные сопла и аппаратура системы управления. В монтажно-испытательном корпусе проводятся испытания трактов совместного функционирования систем управления энергией «Бурана» в режимах предстартовой подготовки и выведения. Монтажно-заправочный комплекс – последнее место испытаний «Бурана». В режиме защитных операций проверяются установленные переустройства и блок многократного запуска. По окончании проверок дополнительная часть системы уплотнения снимается с корабля. На стартовой позиции электрическая схема «Бурана» соединяется с наземным оборудованием через основную часть системы уплотнения и в ограниченном количестве через разрывные разъемы. Аппаратура стартового комплекса и технические позиции имеют общую приборную базу. Аппаратура технической позиции – это единый комплекс, который может обеспечить одновременное испытание двух кораблей «Буран». Ядром испытательного комплекса является система «Кипарис» с базовой ЭВМ СМ-2М. Управление и контроль осуществляет необслуживаемая аппаратура нижнего уровня. Она располагается, возможно, ближе к «Бурану». Базовая подсистема связи управляет преобразователями информации и обеспечивает обмен с ЭВМ верхнего уровня. Вторая базовая подсистема связи обеспечивает параметрическое согласование команд и сигналов, получаемых с «Бурана». Крассировочные панели позволяют организовать различные варианты схем контроля. Цифровую связь с БЦВМ обеспечивает подсистема, построенная на общепромышленных микропроцессорных контроллерах. Подготовка «Бурана» к пуску предусматривает проведение защитных операций, проверку исходного состояния бортовых систем и контрольный набор стартовой готовности. Выполнение предстартовой подготовки гарантируется синхронной работой трех ЭВМ СМ-2М и высокой надежностью БЦВМ. После самоконтроля стартового АИКа проверяется исходное состояние всех бортовых систем. Бортовой вычислительный комплекс загружается программами режима предстартовой подготовки и полетным заданием. Выполнение предстартовой циклограммы производится бортовой аппаратурой по программам вычислительного комплекса. На втором участке проводится основная подготовка аппаратуры системы управления. В конце его оперативная память бортовых ЭВМ перезагружается штатными программами выведения. Все участки, кроме последнего, в автоматическом режиме доходят до конца. Каждый участок запускается только по команде оператора после анализа результатов предыдущего. На третьем участке начинается обмен данными с системой управления ракеты-носителя. Оператор может прекратить предстартовую подготовку по каналу прямого управления. Решение о включении четвертого участка принимается по готовности ракеты-носителя. Это решение о пуске. На четвертом участке синхронизируются процессы запуска энергии «Бурана». За 70 секунд до подъема гироплатформы переходят в режим силовой стабилизации, начинают функционировать полетные алгоритмы. Для математического обеспечения наземных испытаний разработан проблемно-ориентированный язык высокого уровня – «Диполь». Он позволяет описывать алгоритмы испытаний в терминах, понятных для непрограммиста.
Вместе с Диполем создана система автоматизации программы испытаний, что повысило производительность программирования в 25 раз. Для первого пуска «Бурана» испытательные программы в объеме 200 мегабайт были созданы небольшим коллективом за 2 года. Бортовая аппаратура, автоматизированный испытательный комплекс, математическое обеспечение всех видов проходит длительную отработку до того, как будут использованы на «Буране». Отработка аппаратуры и математического обеспечения ведется по единой системе. Она основана на ряде директивных документов, призвана обеспечить необходимые качества, надежность и безопасность. Один из первых этапов испытания аппаратуры – проверка на воздействие внешних факторов – температуры, влажности, вибрации. Особо тщательно отрабатывались точностные характеристики приборов инерциального комплекса. Для этой цели использовались прецизионные вибраторы. На вибростенде моделировались воздействия, адекватные эксплуатационным. Проводилась оценка динамических и прочностных характеристик приборов. Одной из важнейших задач было обеспечение тепловых режимов аппаратуры «Бурана». Все приборы и контейнеры были подвергнуты более чем 30 видам испытаний. Алгоритмы «Бурана» — это десятки томов документации, миллионы байт электронных библиотек. В общем объеме алгоритмического обеспечения алгоритмы управления составляют небольшую часть, но при этом они уникальны, как архитектурный шедевр. Создание алгоритмов управления движением складывается из двух основных этапов. На первом осуществляется синтез алгоритмов в математической и логической форме. Используются классические методы теории автоматического регулирования, анализа устойчивости и качества управления. Проверка эффективности алгоритмов проводится путем математического моделирования на универсальных ЭВМ, реализующих модель движения «Бурана» и уравнение алгоритмов управления. Второй этап создания алгоритмов управления движением – их реализация в бортовой ЭВМ. Сначала автономно отлаживаются отдельные фрагменты программ. Программы управления движением наиболее сложных участков отрабатывались на специализированных стендах. Затем все программы в сборке отрабатывались на аналого-цифровом комплексе, где движение корабля моделировалось на универсальной ЭВМ, а алгоритмы управления движением выполнялись в бортовом компьютере. Контур управления замыкался при помощи эквивалентов штатных исполнительных органов. Системное программное обеспечение «Бурана» по многим чертам сравнимо с операционными системами универсальных ЭВМ. Механизм управления ресурсами бортовой ЭВМ – самое напряженное место всего математического обеспечения. Удалось добиться четкой синхронной работы диспетчеров при максимально возможной производительности. Сначала системные программы отлаживаются на персональных компьютерах или ЕС-ЭВМ. Следующий этап – отработка программ в реальной бортовой ЭВМ с технологическими возможностями замораживания и ускорения вычислительного процесса. Собранные вместе бортовые программы поступают на комплексный моделирующий стенд. Здесь бортовые вычислители через специализированные адаптеры соединяются с мощной ЕС-ЭВМ, в которой моделируются условия полета и реальные бортовые системы. Такой метод позволяет обойтись без реальной бортовой аппаратуры. Возникают математически замкнутые контуры управления, позволяющие отрабатывать все ветки программ в полетных режимах.
Проверяются варианты командно-программного управления полетом, нештатные ситуации, полетные задания. Для разработки математических моделей бортовых систем и объекта движения использовались языки Prolog, Psi-Fortran, Assembler. Был создан проблемно-ориентированный язык LAX, что дало возможность привлечь широкий круг инженеров к проверке алгоритмов и программ Бурана. На комплексном стенде происходит встреча реальной аппаратуры с отработанными программами. На первом этапе отрабатываются штатные режимы испытаний Бурана. Для функциональных трактов было создано около 50 режимов проверочных включений. Затем начинаются комплексные испытания, охватывающие более 30 полетных режимов. Второй этап отработки наступает после достижения устойчивого функционирования штатных режимов. Тогда сам режим становится объектом отработки. Снимаются характеристики электропитания, проверяются помехоустойчивость и правильность адресации команд. Особое внимание уделяется контролю полярности трактов управления исполнительными органами и чувствительных элементов. Этот технологический буран соответствует летному образцу. На нем система управления отрабатывается совместно с другими реальными бортовыми системами. По результатам совместной отработки дается заключение о применении этих режимов на штатном корабле. Перед первым пуском «Бурана» аппаратура системы управления, алгоритмы и программы участка посадки прошли большой цикл проверок в летных условиях. Специально созданный на базе штатных приборов сокращенный вариант системы управления – дал возможность отработать сложные режимы ручной и автоматической посадки. Большое число испытательных полетов на летающей лаборатории Ту-154 и технологическом образце корабля позволили отработать алгоритмы и программы для ручного и, главное, автоматического режима посадки. Это был еще один этап отработки. С середины 1987 года началась подготовка первого орбитального корабля к пуску. Мая 1987 года прошел первый пуск ракеты-носителя «Энергия». Пуск «Бурана» был произведен 15 ноября 1988 года при температуре минус 4 градуса и ветре с порывами до 25 метров в секунду. Полет продолжался 206 минут. Были пройдены следующие основные участки траектории. Выведение, довыведение, орбитальный полет, подготовка к спуску, торможение, спуск, предпосадочный маневр, полет по глиссаде, посадка, пробег, остановка.
Посадка прошла в автоматическом режиме. Отклонение от центра полосы на момент остановки составило около 3 метров, при боковом ветре до 17 метров в секунду. Научно-техническая общественность высоко оценила результаты первых натурных испытаний «Бурана». Особо отмечалась первая в истории авиации и космонавтики автоматическая посадка летательного аппарата подобного класса. В дальнейшем предполагается расширить возможности корабля путем придания ему новых качеств. Накопленный в процессе разработки системы управления «Бурана» опыт позволяет коллективу НПО автоматики приборостроения решать задачи любой сложности как в интересах космонавтики, так и народного хозяйства.